Родился в Курской области, полицейским стал в Подмосковье. Илья Пономарев никогда не думал, что будет служить. До него в семье никто не носил погоны. Работать в полиции равно тому, что, собственно, служить народу и охранять законы, следить за соблюдением данных законов, потому что на данный момент все-таки, я считаю, это очень важно в нашей обстановке. Свой первый день в качестве стажера помнит до деталей, хотя с тех пор прошло уже 4 года. Об уходе из органов никогда не думал, и это заслуга старших коллег. Мне встретил на тот момент замначальника Лесногородского отдела Хованский Александр Сергеевич. Собственно, встретили тепло, да, никогда не отказывали в помощи. За годы службы раскрыл 11 преступлений общей уголовной направленности, выявил 60 административных правонарушений, из них 23 в сфере незаконной миграции. Илья Пономарев знает, участковый работает на земле, поэтому должен хорошо знать свой участок. Я считаю, что все-таки нужно проводить в первую очередь работу с гражданами, проживающими в твоем административном участке, потому что все-таки профилактика, да, она в первую очередь и есть предупреждение правонарушений. Гроза правонарушителей, добрый, веселый коллега, получает удовольствие от работы и с радостью возвращается домой. Там его ждет любимая девушка. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».